болезни, даже умирают. Вот у Саши глаза заплаканы. Оказывается, Мария долго болела и умерла. Та самая черноглазая, темноволосая Мария, которую ей подарили под Рождество. Грустно, когда близкие умирают. Каролина и та печальная ходит. Болезнь куклы и попадает. Жаром растопленные обычно ходить от печи, пахнет сосновыми поленьями, копчеными яблоками. Мурлычет довольно в кресле кошка, вылизывая своих уже больших котят. Вальс. Thank you.
на бал, где взрослый будет танцевать мазурку. Новая кукла.
детям обещала рассказать сказку про бабу Ягу. Уже вспомнил кипец, это вообще становится еще загадочнее, интереснее и страшнее. Но все знают, что сказка добро побеждает зло, и от этого Петя не очень хорошо. Я не на сказку. Thank you.
Руслана. И в заключение прозвучит пьеса «Церковь».